Nokia 8820 Sirocco. Замена стекла. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 8820 Sirocco». Стекло в данной модели поставляется в сборе с металлической рамкой. На передней части находятся выходные отверстия динамиков и клавиши, левой и правой верхней. Клавиши поставляются в сборе с толкателями. Для дополнительной защиты по периметру дисплея с внутренней стороны приклеен скотч. Стекло в сборе прикладывается к корпусу телефона, верхняя его часть вставляется в пазы, прижимается и фиксируется четырьмя винтами. Стекло заменено.